С вами Биг, сегодня поиграю в игру под названием Little Inferno. И мы снова здесь, это прелестный огонь. Мы опять будем жечь предметы. Ну, разве не кайф? Разве не шик? Сразу хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, так как я очень стараюсь, выпускаю видео каждый день, каждые почти 15-10 часов. Да. У меня всегда в заготовке по 2-3 видео, и я никогда не забываю их выпускать. Да, ну что ж, начнем читать письмо. Вы уже нашли мой второй каталог. Знаете ли вы, ваш Little Inferno представляет бесплатным обучающим видео с любовью, мисс Нэнси. А, я забыл его посмотреть. Ладно, может где-нибудь его можно будет посмотреть потом. Как-нибудь. Да, второй каталог. Первым мы вместе пошли. Давайте покупаем предметы для себя. Ну, как всегда, сейчас купим все предметы, а только после этого начнем. Фига. А только после этого начнем создавать комбо. Да, Енотик? Здесь тут. Ну, белка все кто мы видели. Лампочки. Да, он горит. Тогда давайте загорать его. Блин, я не думал, что он будет гореть. Вау. Не, ну это классно, классно. Честно, я не знаю, решила проблему со звуком или нет. Как меня стало слышно или нет. Я, честно говоря, не знаю. Камин Little Inferno — это моя самая любимая игра, даже если в ней нет никакого смысла. Покупайте вещи, любите их, это принесет вам больше денег, чем что там. Ха, люблю бесплатные вещи. Это не может длиться вечно. Ох, надеюсь, они выпустят бесплатное обновление Камин Little Inferno. Или нет, там... с розовым цеплением. Вот, эта штука от задней части. Похоже на лицо. Но это не оно. Она может видеть вас. Я вижу, что она может видеть вас. Мост уже сразу же. Давайте сразу же, скажем говоря, пишут ролик. Мишка, что такое? Обогреватель, я вас. Нефтяная лодка. Ой, или как она там? Как? Нефтяналиновая. Кстати, да, сегодня я снимаю видео в час, а не в 3 ночи или так далее. Давай, сжигайся уже быстрее. Ролик. Тут что? Какой медведь? Бады, на ты бады. Он уже под бадами, походу. И лодку. На, держи, купай. Он веселый. Ну давайте сжечь. Это взрыв. Медведь. Так. Нет, медведь, не распадайся на части. Ой. А ты что такое? От лодки что-то. Давайте дальше сразу. Недовольный Эль. Сразу все вступаем. Оп. Паучки — это хорошо, они деньги дают. Мне нравится. Гори, гори быстрее. Пока у меня это. Гори. Письмо там еще одно какое-то. Это что у нас? А, это блоки кирпичные. Давайте домик построим. Ага. Как построить домик? А, ну из этого мы домик не построим, конечно. Но хотя можно попробовать. Давайте попробуем. Ну, перевернись. Раз. Два. Аккуратненько. Домик, 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 домик. Все, домик готов. А это будет... это будет типа лестницы. Ну, типа, что-то такое. Дальше это змеиная лука. Или как его? Прикол, короче, змеиный. Динозавр. Вай, эльфик. Ох, знаете что? Не знаю. Поскольку вы мой очень хороший друг, ты хоть тогда не отвечаете на мои письма,
Ок, но сначала вы должны мне кое-что прислать. То, что нужно прислать, красное и привлекательное. И именно длинные невидимые руки. Ха-ха, нет, это не любовь. Фу, это магниты. Мне нужен магнит. Магнит. Магнит, зачем тебе магнит? Пухляша. Пухляша, зачем тебе магнит, скажите мне? Скажи мне. Ё-моё, куда я нажал? Как хорошо, что у меня там пароль. Так. Колени, вечер, динамит, марихот. Короче, все попробуем, все сделаем. Знаете, магнит пухляк. Письмо отправлено, все. А мы начнем сжечь кубики. Пусть пока они горят. Тихо. Все, пусть пока горят. Принял, что активировать. Опа, или змейки, или что это? О, комбо-динамит. Мы сделали комбо. Почему-то я, когда прочитал комбо-динамит, я подумал про другое. Динамит нужен. Почему здесь прицель сжечь его лучше? Ок, спасибо за магнит. Я знаю, что в нем есть что-то особенное. Вы тоже это заметили? Что? Не волнуйтесь, я все еще кое-что для вас мастерю. Я не очень хорошо соблюдаю сроки. А пока это получите вот. Я думаю, что... Термометр. Вы получили термометр. А есть что-то? Печи. Огненных окладин. Так, сердечный магнетизм. Комбо. Нет, не... Нет, дело не нужно. Ну-ка. Ой. Ну, подумаешь, с кем не бывает, правда же? Прикольно. Прикольно. Давай, все это, весь мусор убираем. Убираем весь мусор. Убираем весь мусор. Гори, 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 не гори. Ладно. Так. Пора. Бахидимас. Почему я купил магнит? Я походу думаю сейчас создать комбо. Да, двойной вентилятор это обогреватель и, наверное, не знаю, честно. Сейчас пока ставить нельзя. Магнит поставим. Сердце я тоже боюсь ставить, мало ли что случится. Что оно какое-то подозрительное. Вольки. Ва, я валькирия. Ну, моргает. Ладно, давайте ставим вентилятор и сердце. Валькирию хочу. Твоя! О, комбо двойной вентилятор, есть! Комбо сердечный магнетизм, есть! Раз два комбо создал. Стоять, это мы не сжигаем, я хочу на это посмотреть. Тихо! Нет, там мы были, походу. Блин, жоп. Я видел, там типа челик такой испуганный чисто сидит. Валькирия классная. Тихо. Так, мы создали уже три комбо, получается, да, случайно? Да, случайно. Так, давай начнем с вечер кино, я не понимаю, мореход. Ну, мореход это легко. Мореход, мореход. Пират. Мореход есть, добавить DMSM, решили бомб. Дальше, что еще можно? Строительные кирпичи. Вот это, мне кажется, и обычные кирпичи. Так, обычные кирпичи еще купим. Письмо, ё-моё. Вот есть. Третий уровень. А, вот, да, можно посмотреть, вот это видео будет. Вот оно вверху. Ну все, хорошо тогда. Как-нибудь мы его посмотрим. Обязательно. Ой, я забыла. Хотела кое-что вам сказать.
Вы здесь? Киса, хочешь сказать, скажи, что ты в кирпичи ставишь? Кирпичи, кирпичи, кирпичи. Чё-то письмо летит. Кирпичи, кирпичи, ну вот сюда кинем просто. Гоблин с гоблином что-то не то. Давайте сюда. Бомба строительные кирпичи. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Что-то все взрывается. Пока компухи легкие. Ха-ха, я знаю, вы здесь. Хотите узнать, откуда я знаю? Готовы к тому, что я кое-что расскажу, правда? Правда готов? Ок, слушайте внимательно. Я ваша соседка. И мне кажется, что я тут застрял. Прямо как вы. Вы и я. И небольшая стенка между нами. Ваша соседка. Сохранная пухляша. Кстати, да, что-то только что продолжил на стенку. Капец, а как все почистить? Потому что все взрывает. Теперь тут не так круто. Тут все грязное, в пепле. Мне это не нравится. Так, что там дальше у нас? Вечер киное поколение, я не знаю. Огненное дыхание, догадываюсь. Глядят на тебя, ужасный зум. Вот я знаю, огненное дыхание похоже делать. Огненное дыхание. Тебя выберем. И огненное дыхание, огненное дыхание, огонь. Огонь, 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 огненное дыхание. Вот это, наверное. Ядерная мина. Душу, хоть и засранец. Душилок у тебя засранец. Глядят на тебя. Ужасные зубы. Забавный котик. Комбо замедленного действия. Ужасные зубы. Я тоже догадываюсь, как это. Нет, зачем я это ставил? Сейчас гореть начнет. Нет, это не правда. Это очень жалко, кстати. Что это не комбо? Да, это очень странно. Давайте бомбу. Баба, это было красиво. Ну и плюшу хоть это сранится. Ой, какой же хороший он, даже зачем не хочу. Идет. Ой. Ну ты засра. А, ну поэтому он называется. Хоть и засранец. Ё-моё, взял тут. Фикалисы я оставил. Так, секундочку. Ну-ка. Что за меня? На 4 стоит, офигеть. А, к ней все магнитится, офигеть. Поджигаем. Огонь к ней, кстати, не магнитится. Она вообще горит? Да, она горит. Гори, 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 быстрее гори. Хорошо гори. Пусть горит. Оперативная сводка погоды. Прогнозы загласят. Пустые снежные тучи надвигаются со всех сторон. Нас ждет что-то большое. Оставайтесь в тепле, друзья. Хи-хи-хи. Репортаж с метеозонда на дымовом метро над городом. Синоптик. Не, она горит. Так, секундочку. Ну что ж. Все, давайте создавать комп. Ужасные зубы. Я догадываюсь. Тебя мы берем и... Тебя мы берем. Да. Дальше. Комбо забавный котик. Комбо забавный котик. Тебя возьмем и забавный. Почему забавный? Забавный. Может бады? Возьмем. Так, дальше что? Комбо. Комбо замедленного действия. Надо потом еще понять, глядят на тебя и огненное дыхание. Не понял.
Огненное дыхание, ну это сопротивляется динозавр, наверное. Динозавр, плюшевый пирозавр, а, ну пирозавр. И огненное дыхание. Огненное дыхание. Огненное дыхание. Честно, не знаю, глядят на тебя, это, мне кажется, надо сделать. Я тоже не знаю. Ребят, если вы знаете, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Я это прочту, естественно, и запомню. То есть, вот поколение я не понимаю, вечер кино не понимаю, огненное дыхание не понимаю, где-то я не понимаю. Может быть, я как-нибудь и сделаю? Да, ну, сейчас нам надо сделать ужасные зубы. Ну, сейчас мы его сделаем, и забавный котик надо как-нибудь сделать. Раз, два, три, четыре. Ужасные зубы есть. А забавный котик? Забавный котик нет. Это плохо. Так, бомба замедленного действия. Ядерная мини-бомба. Бомба замедленного действия. Почему замедленного действия? Ну-ка. Бомба замедленного действия. Сами там давайте еще быстренько это активируем. Тут приходится по-быстренькому. Что это? Все разгорелось. Так, берем, ставим это и вот это. Бомба! Да-да-да-да-да. Уая, какая же красота. Кстати, да, поэтому я как раз таки и купил эту штуку, потому что посмотрел такую, она же огонь издает. Мало ли это огненное дыхание. Да, так и получилось. Итак, ну что ж, 1, 2, 3. Три комбухи, я не знаю, как сделать. Стоп. А я... Вечер кино, поколение, ну. Я на тебя не знаю. Ну да. Все. А, его мне на дыхание говорил. Не знаю, как сделать. Сделал. Забавный котик. Почему забавный? Ну вот, котик. Котик осранец. Плюшевый енот. Кролик. Плюшевый мишка. Плюшевый эльф. Собаки дяди Сэма. Блин, не знаю. Давайте вот их двоих попробуем взорвать. Котю и дяди Сэма. Жалко, что нет. Ну тогда мы на этом закончим. Если вы знаете ответ, то пишите его в комментариях. Да. А третий. Тихо, чтобы вы не видели, что там будет на следующую серию. Да, с вами был Викс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Hey, kids! Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Huh? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me! Shove them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. What I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. It's Little Inferno, just for me.